О, ходячий опыт. Неплохо. Всем привет, дорогие друзья! Вы на канале Paratoxist, и сегодня будет Stone Shard. На самом-то деле я уже записал одну серию, но она не выйдет, потому что это был бы не я, если бы у меня что-то не пошло не так. В общем-то, я записал серию, полтора часа записывал, и на записи я понял, что у меня... спустя 5 минут где-то от начала видео, на самом видео, на записи игры, пропал звук. А все из-за того, что у меня на одну микро-наносекунду отсоединились наушники. Поэтому я решил его просто пропустить, благо дела там не произошло ничего супер-пупер интересного. Я, значит, после того, как в прошлой серии мы сходили к... нашли логово ведьмы, потом еще в предыдущих сериях нашли... логово отшельника, и мне стало интересно, что еще есть вот на остальных вот этих вот знаках вопроса, на вот этих вот секретных местах. И я решил записать видео о том, как я хожу по этим секретным местам и узнаю, что там. Так вот, там везде лагеря, ну почти везде, я исследовал вот эти вот 5 точек, и тут везде были лагеря. В принципе, я ничего особо интересного не нашел, кроме разбойников, поднял еще один уровень. Единственное, что я нашел прям интересного, так это... серебряное кольцо с аметистами, которое помимо хила дает еще защиту от нечестивого урона. То есть вообще шикарно, учитывая то, что мы постоянно ходим на нежить. А также у какого-то врага выбил копье синего уровня, и оно мне в принципе даже неплохо так понравился. Я, может быть, его буду носить. Посмотрим. Вот сейчас в этой серии, собственно, и узнаете. Также я выбил из одного противника сетку. Можно будет потом посмотреть, как она работает в итоге. И, что самое интересное, я сразился с медведем. Я сразился с медведем и победил. Это вот сейчас можете посмотреть, как это все выглядело. Я мантил его вокруг бревна. И удивительно, но это сработало. Я умудрился ему полностью его убить, не получив ни одного удара. Я, честно говоря, не знаю, то ли это мы так сильны стали, что урон арбалета его полностью убил, либо это я просто так тактически его мансил вокруг бревна. Я не знаю, потому что раньше, я помню, я по 3-4 раза его в капкан засаживал, и ему было посрать. А тут он уже, по-моему, после 2 раз засал и убежал. В общем-то, это все самое интересное, что было в серии. И, честно говоря, вроде как и серия ни о чем, но вроде как и что-то сделали. Но раз такое дело, то да, эта серия не выйдет. Я на самом деле даже расстроился, что во всех этих точках, в которых я был, были просто, блин, сраные лагеря. Класс, что там, ну, блин. Я надеялся еще какое-то логово кого-нибудь найти, и было бы прикольно. Ну ладно, а мы тогда продолжаем дальше. Итак, вот такое вот замечательное, прелестное копье. Вот, собственно, статы можете посмотреть. Пробитие брони у него как просто космическое, 45%. Урон тоже, мама не горюй, 25%. Шикарно. Сейчас его стоит прокачать, и будет все чики-пуки. Ну и вот еще то самое серебряное кольцо с аметистом. Сопротивление нечестивому урону плюс 3%, затраты на заклинание минус 5%, ну и регенерация. ХП и эффективность лечения. Супер. Медведя еще, собственно, получил мясо, 2 штуки. Это, да, это уже жареное мясо. Плюс, собственно, с него, естественно, шкуру получил. Продал ее очень круто и замечательно. И вообще, там сколько? 600, по-моему, стоило. Ну вот, 600 монет стоила одна шкура с медведя. А теперь, собственно, что сейчас, какие у меня планы, это пойти взять какое-то задание. Это, по-моему, задание будет вот куда-то вот сюда, вот, на одной из этих вот... локаций. Идем к старости. А, нет, давайте сначала починим. А вы уже проснулись? Да, вы уже проснулись, замечательно. Давай починим броньку. Починим броньку, а вот эту штуку. Ну вот, да, и она получается стоит даже чуть-чуть дороже, чем наше копье, которое у нас было. До этого нужно его выложить. А, да, я помню, мы у ведьмы взяли неизвестный напиток, неизвестное зелье. У ведьмы взяли, я его тоже исследовал. Оно, оказывается, дает исцеление. Круто, да? А, блин, прости, забыл про тебя.
Здорово, как дела? Есть ли у тебя работа? Рука беглеца, алхимический набор. Давайте руку беглеца выполним. Мы уже это все слушали. Просто берем, соглашаемся и идем. Форт Йормас. Это та, которая средняя? Та, которая низкая. Замечательно. Отлично. Может быть, изначально я должен туда был пойти? И меня бы там не убивали? Да не, бред какой-то. Кстати, выполни второй кошелек, типа для денег. Я думаю, один можно выложить, зачем сразу все деньги. Не, ну медведь, ну второй-то раз с тобой я драться не хочу. Так-то. Ну тебя нафиг. Мне одного раза хватило, тем более здесь особо не носить. Так, и здесь я, кстати, когда-то... здесь я вроде как на это задание Форт Йормас, по-моему, ходил. А тут будет в самом начале три бандита. Ну, вроде как сейчас для меня эти бандиты уже особо ничего не сделают. Раньше, прям... Раньше я умирал раза три, когда пытался просто пройти этих бандитов. Вот насколько раньше сложная игра была. Не то, что сейчас. Хотя, тем не менее, все равно тяжело. Не надо. О, они меня уже спалили. Ладно, сейчас будем отстреливаться. Я же отсюда не отстрелюсь, да? Ну да. А, то есть только один? Блин, да вы серьезно? Вот это вот все? Дофига ты живущий, алло. Может, умрешь, не? Есть. Но мне его шмот не нужен, а вот опыт нужен. А, вот второй пришел. Ну давай, у меня тоже есть чем пострелять. Ладненько, ну я точно помню, здесь их было трое. Странно. Ну да ладно, так даже проще. Так, ну... Понятно, заходим. Блин, знаете, кстати, еще здесь минус какой? А здесь поблизости нет ни одного, ни сундучка, ничего, чтобы можно было сюда скидывать предметы. Вот, серьезно, вот ничего здесь нет. Раньше хоть какой-нибудь где-то рядышком сундучок был, хоть что-то. Но нет. А, отправиться в Форт Йормас. А, хорошо. А, точно, нам нужно найти беглеца, да, убить главаря, забрать трофей. Точно, точно, точно. Забрать его руку с клеймом, по-моему. А, здесь, кстати, бандиты будут. Здесь не эти. Здесь не нежить. Ну, оно может даже и к лучшему, не знаю. Так, тут у нас что-то вроде тюрьмы. Здесь пойди... Ух ты, а там какой-то проход, надо будет сходить. Ладно, давайте откроем. А я не взял... Я не взял это, да? Не, взял, все нормально, отлично. Фух, я уже переживать начал. Вау. Ладно, давайте исследовать. Серьезно? Вот прям ничего, прям вот вообще ничего. Звездная пыль дает эффект на 100. Не стоит злоупотреблять при низком рассудке. Плюс 25% к силе магии, плюс 20, минус 25 к времени восстановления способностей. Ну, давайте возьмем, в принципе, почему бы и нет. Мало ли, вдруг когда пригодится. Здрасте. Отойдите, пожалуйста, вы мне неприятны. Ну, это такие чуваки, конечно, вообще меня не беспокоит. Вообще без проблем. О! Пиромантический трактат? Блин, это прям очень удачно, потому что у нас как раз-таки пиромантия первого уровня-то есть. Вот, если хотите, можете прочитать. Удачно, удачно. Я, кстати, помню, я не знаю, говорил или нет, раньше, по-моему, не было такого, что можно прийти в магазин и купить трактаты. Типа, раньше ты их мог только найти, и вот как вот сейчас ты можешь найти только там какого-нибудь второго уровня или прям третьего уровня, которые тебе нахрен не срались, потому что у тебя первого нету. Вот. Вот такая вот раньше игра была. Но это хорошо, они это исправили. О, я надеюсь, это ты, Идрих, помешанный. Наверное, да, наверное, это он. Он на нас не подозревает, а давайте тогда будем... Он уже подозревает, да, он уже подозревает. Сколько ему за это время успел снять? 43, а пф, это вот все?
Вот это вот чучело, это все, что нам нужно было здесь сделать? Все? Боже... Боже, меня коробит от этого. Сколько мне понадобилось? Мне понадобилось 14 секунд, 14 минут, чтобы прийти сюда и убить его. Б, баланс. Оу, блин, надо будет починиться. У нас двое. Ну и... А, блин. Просто чисто как в детский сад зашел. О, ломик. Давайте возьму, потом продам. Я думаю, тут вообще, я так смотрю, полезного стафа вообще толком нет. Блин, я поздно, ну, даже брать не хочу. Он стоит, наверное, копейки. Тем более, это вроде как обычный. А, блин, у нас шеловидные болты закончились. Да. Боже, они настолько дно, что я просто в рукопашку буду их забивать. Даже не так, вот так вот. Ну и на том спасибо, список хоть определение получил, окей. Что-то я все иду дальше и дальше и дальше. Оп, и уровень заодно получил. Не, ну, в принципе, неплохо. Ох, еще дальше, да куда дальше-то, а? Ну и как-то полезных вещей тут толком нету. Чисто всякий хлам. О-о-о. Это выглядит интересным. Это можно использовать в каких-то крайних случаях. Неплохо. И неужели это все? Вот это да, это все. Мы просмотрели весь данж. Да, похоже на то. Похоже на то, мы просмотрели весь данж. Теперь можно... Возвращаться сюда нахуй. Кстати, что у нас тут по нашим статам? Давайте живучесть. Ха. Ловкость выглядит тоже классно. Будем ее тоже качать. Так, а тут... О, а тут у нас как раз-таки можно... Прокачать ту самую штуку, которую я так хотел. Замечательно. Медведь? Опять? А где? А вот он. А, все хорошо, значит, двигаемся вот сюда. Ну и что ты мне сделаешь? Что ты мне сделаешь? Ну и что ты мне сделаешь? Ха! Черт возьми! Медведь, тебе не повезло. Тебе очень не повезло. А давайте, кстати, попробуем вот эту использовать. Насколько? На один ход? И все. Ну да, он, в принципе, достаточно мощный. Давайте чисто раз ради интереса, сколько он мне сломает, сколько он мне снесет за раз. Мимо. Ау! Но все равно, медведь, тебе вот прям очень не повезло. Ох! Какая досада, ты закреплен. А что у него есть? У него есть разорвать. Ладно, не буду это вот придумать, я его просто ударю несколько раз. И еще вот этим добью. На. Что? Сейчас не понял. Я его настолько сильно сжег, что испепелил? Или что? Он куда делся, я не понял. Или может сутки закончились, то так работает? Серьезно? Ну это ж глупо, типа, камон. Как он мог зайти в этот? Чего? Разработчики меня обокрали, они забрали моего медведя. Ужас. Лол, они так стали вокруг меня, типа, такое, пройдемте с нами. Ладно, пошлите сразу к этому, отдадим ему задание. Да я только... Только попробуй. Ладно, утром поговорим. Да вы издеваетесь, вы все от меня убегаете. Хорошо, у меня настолько много денег, что мне надо снять комнату, так, не знаю, на месяц. А сколько тут можно?
тоже задолбался каждый раз оплачивать. А где капканы все? Тю. Ладно, вот я и вернулся, староста. Что насчет награды, рука беглеца? Что ж... На тебе и вправду можно положиться, что же, держи награду, все понятно. А 405 монет, ну, в принципе, неплохо, неплохо. Что-то еще? Есть еще какие-то контракты. Несчастный обряд, нечестивый обряд. Давайте алхимический набор. Недавно через наши края проезжал один чудак-торговец и угораздило его напороться на бандитов из логова под названием Крепость Иствер. Ну да, это как раз таки вторая крепость, куда нам нужно. Жизнь-то он себе выторговал, а вот со всем остальным распрощался. А вез он набор каких-то архиважных склянок по заказу видного человека. Говорит, если тот о пропаже узнает, не видать ему своей головы. Может, подсовишь этому горемыке? Да погнали. Хорошо заплатить за свою, своему спасителю. По рукам, погнали. Отлично, а то мы порешили. Давай карту я отмечу. Ну, понятно, 4 дня. Бла-бла-бла, прощай. Давайте посмотрим, что у нас, как у нас с этими... С репутацией изменилось что-либо. 1725, окей, нормально. А это у нас получается Осбрук, у нас чуть-чуть больше. И у нас даже еще не зеленый, то есть у нас просто желтое, даже темно-желтое, наверное. В принципе, сейчас затариваемся, продаем весь хлам, который я тут собирал у этих чуваков. И идем. И идем туда сразу же. Так, надо, кстати, починить нашу... Здесь нормально, вот эту починить, потому что здесь уже мало. А, здесь... Ой, ну тоже, кстати, мало, давайте уже починим. Тут только половина. А что у нас, кстати, по вот этой куртке? Сопротивление физическому урону. Плюс 8. Сопротивление рубящему урону. А, колющему разрыву, огню. А, это еще дороже должно быть. Ха! Сопротивление физурону. 5, магии 10, морозу 15, кровотечению 15, энергия плюс 1, заклинание минус 5, время минус 5, сила магии 20. Ха-ха-ха. Это чисто мантия волшебника. Смотрите, технически мы сейчас очень-очень много используем магии. Вот реально много. Я думаю, можно купить вот это вот кафтан. Защита, в принципе, такая же будет. Но зато магия у нас будет прям очень топовая. Да почему бы и нет? Давайте купим. Я хочу. Если у нас денег сейчас хватит вообще на это. А то так-то может не хватить. Давайте, может, что-то из этого продадим. Шляпу ведьминую я, скорее всего, использовать не буду. Вот этот посох, ну, тоже вряд ли буду его использовать. Ну, блин, я типа копейщик. Зачем мне эта штука? Я, наверное, продам их. И возьму еще вот эти деньги. Мне еще, кстати, стрел нужно. Да, мне, по идее, хватает прям тютелька в тютельку. Блин, капец, это мало стоит. Что такое? Ай, ладно, что ж делать. О, кстати, ведьмина шляпа дороже стала. Так. Вот это. Изысканная мантия. 2400. Я ее себе хочу. Расшитый кафтан, ну, наверное, продаю. Так, ну я вроде затарился по максимуму. Можно выдвигаться. Стрел прикупил. Так что можно не переживать. Теперь просто идем целенаправленно туда, куда нам нужно. А нам нужно вот сюда. Так вообще недалеко. Отлично, у меня как раз денег. Так, еды уже нету. Будет хоть что-то на еду. А, ну, конечно. О, ходячий опыт. Неплохо. Так, и здесь у нас, по идее, должны быть сейчас враги сразу встречать нас с порога. Да, да, вот они. Ага, жду. Ты выйдешь, не? Или ты ждешь возле входа такой, типа, я охраняю. Ха! Просто. Он так напрягся, чтобы меня ударить, что умер. Ты знаешь, я тоже так умею. А еще мы вот так вот. Ну вот, видишь. Так, телега. О, неплохо. Мелочевка. Кстати, здесь можно, по идее, эту мелочевку и оставить. Убить главаря разбойников, найти алхимический набор.
Разве мы не можем просто найти ее алхимический набор и уйти? Нам же это нужно. А забавная ситуация была, когда я зачищал один из лагерей. Я был настолько скрытен, чисто ассасин. Я из арбалета перебил всех, они меня даже ни разу не заметили. Я просто сидел, ну, скажем так, за кустом и отстреливался. И они меня не видели, они такие, типа, стреляя в них из арбалета, они такие, а что? Где? Так, копье у тебя? Ну ладно. Боевой хват, боевой серп. Ну вот так, правильно. Он от моей крутости умер просто. Он меня увидел и такой, о боже, какой он крутой умер. Ау! Что-то я не подумал. А, слушайте, это не главарь разбойников? Я что-то не это. Вау! Вау! Слушайте, у меня первый раз кровотечение. Заходим. Вау, никого нет. Ну это пока что. Ты можешь ко мне, блин, подойти, говно? Сюда иди. А, такой, что? Где? А, потревожен. О, все, увидел меня, наконец-то. Еще один. А, он не понимает, что происходит. Классно, я сквозь стену прострелил, круто. Неопознанная двуручная булава. Интересно. Так, ну что, куда идешь? Засал? А, все, ты в тупике. Да, да, да. А, неплохо. Еще одно кольцо с аметистом. Хм, я тут решил, сразу можно использовать и исследовать булаву. 344, не так уж плохо. Да, я к боссу не пойду, пока не вынесу отсюда весь топовый шмот. Ладненько, пока заходим. О, длинный коридор. Надеюсь, здесь ловушек не будет. Ловец. Да. А давай-ка я тебе откачу все. Шикарно. Есть. Отлично, все. О, какая прелесть, можно купить. Шикарно. Ладно, пробуем заходить сюда. Это кто? Грабитель. По идее, он не особо нам должен что-то сделать. Ну да. Мародер. Просто мародер. Ладно, это не главарь разбойников. О, антитоксин, неплохо. А это может здорово дорого стоить. Так. В смысле? А где мой лум? У него есть прочность? Вроде как вот это вот. Вот это вот. Последнее место, где может быть враг. Сейчас я проверю еще лом. Неужто я его сломал, а не выкинул куда-нибудь случайно? Похоже, нет. Я его никуда не выкинул. Ну что ж, сейчас будет финальная битва. Ля ты стрёмный. Арн закаленный. Я надеюсь, это будет главарь разбойников. Сколько я тебе уже снял? О, изи. Да, да, это был враг. Я его прямо испепелил. Ау. Больно вообще-то. Было бы сейчас неловко умереть от просто рандомного чувака. Ага, вот то, что нам нужно. И нам не хватает места. Давайте выкинем хрен, да и все. Нефрит, еще и монетки. Хм. Рога, сигака, прикольно, но места нет. Ну, похоже, все. Мы забрали плюс-минус все самое ценное, что здесь было. Можем выдвигаться домой. Ну да, я как обычно пришел, когда у них ночь. Так вот, глянуть, что можно тут купить. Да, давайте на 150 монет купим на 2 недели этот и вообще париться не будем. Все, вы мне задолбал каждый раз ходить, то выпрашивать у них. Вау, это необычно, да, это было неожиданно. Значит, проклятие истязаний. 14% урон оружия, я так понимаю, будет накладываться на нас? Черт возьми, я хочу это узнать. Как это будет вообще? Так, и мы будем сейчас идти и получать урон? Нет? Или как это? Или это мы будем...
наносить урон врагу, и оно будет... А то посрать, в принципе, как бы... А. Ага. Что ж, хорошо, что я сохранился. Я знал, что такая херня какая-нибудь может произойти. Но да не написано, что проклятие навсегда остается. Ну ладно, ладно. Зато стоит он до хрена и можно продать. Ха, или можем как вариант снять с него чары. И цена не изменится, классно. Ну ладно. О, отлично, есть еще один свиток. Да вы издеваетесь, опять проклятое. Но с этой, наверное, я снимать чары не буду. Я постараюсь так продать, посмотрим, сколько выйдет в итоге. 103 и 81. Нормально! Нормально, пойдет. В принципе, шикарно. Все, теперь идем, наконец-то, к старости. Даем задание и можно спокойно отдыхать. Насчет награды. Алхимический набор. Ага, вот твоя награда. О, 525. Отлично, неплохо. Что насчет там нашего уговора? 3 контракта я выполнил. Давайте поговорим с ним по этому поводу чуть-чуть попозже. Я думаю, на этом месте вот как раз таки стоит закончить. Мы сделали 3 контракта, как нам нужно было. Что у нас, кстати, по репутации, интересно? 1975, неплохо. Напомни старости об уговоре. Все, то есть мы это уже будем выполнять в следующей серии, потому что это целая большая сюжетная часть. Вот, тем более, что я уже сижу 1,5 часа опять играю на одну серию. Вот, так что, если вам понравилось, ставьте лайки, подписывайтесь на канал, пишите комментарии. Кстати, почему вы никогда не пишете комментарии? Напишите мне комментарий о том, как вам видео, я буду знать. Или напишите, что бы вы хотели увидеть, что бы вы хотели, чтобы я улучшил. Пишите, мне очень интересно ваше мнение. Ну и спасибо за просмотр, увидимся в следующей серии, пока!